это автор канала IAC Lift, и сейчас я нахожусь на выставке лифтов, которая проводится в Крокус Экспо. Итак, на этой выставке представлены лифты разных брендов, такие как CLZ, MLME. Это вообще похоже на MLME, что это вообще такое? CLZ, MLME, куча всяких ноунеймов, ё-моё. Как мы видим, здесь в лифтах можно открывать двери, на некоторых даже по-настоящему ездить. Где оно тут? Вот здесь вот сделана шахта. Первый и второй этаж. Поездку на нем я уже снял. Медленные, господи. Самым пафосным, как по мне, на этой выставке является Серпуховский лифтостроительный завод, который заколабился, так сказать, с нашим любимым Артемием Лебедевым. Блин, я очень хочу вот эту футболку, я люблю CLZ, которую он у него, но это я слишком много хочу. Блин, посмотрите, как тут они все красиво сделали. И вот тот самый лифт, на котором можно покататься. Мне удалось его все-таки выбить пустым и снять поездку на нем. Вот. Вот у нас тут МЛМ. Что-то вот МЛМ на выставках и МЛМ, вот то, что он реально производит, вообще как будто что-то абсолютно разное. Ну, типа, где вы видели вот такие вот МЛМ? Я вот вообще не видел ни разу. Так что тут крайне много всяких унейм абсолютно организаций, которые непонятно абсолютно чем занимаются. Так что тут слишком много китайцев. Прям вообще. Тоже какой-то ноунейм. Ну я его знаю, конечно, но, блин. Вообще-то раньше была копирка MLM. Что-то она, видимо, решила отделиться и стать копиркой китайцев. Ладно. Многие бренды выставили такие лифты, которые в реальности вряд ли будут ставиться, но вот на LME более-менее выставил более-менее такой реалистичный лифт. Поэтому нормально. А вот еще более реалистичный лифт.
такие уж точно где-то пожарная опасность. Чё мне с камерой? Такие уж точно будут где-нибудь ездить, поэтому... Thank you.
КМЗ-58, я был прав. Что еще за... Это что еще за... Чел за что такое? Нифига себе, чел за... Невский лифт выдал. Конечно, такие лифты никогда нигде не будут ставиться. Да? Ну, прикольно. Типа, нормально. Но еще не работает, естественно. Распашной на ЛМ нашелся. Как тут тесно, ё-моё. Капец. Ох, ну тут только помолиться надо великому Артемию Лебедкину.